Всем привет, вы на канале Let's Play. Сегодня мы будем дрифтить на урочке. На уточке? На уточке, да. Давай. Ой, сейчас, я тебе лодку скинул. Лодка, давай. Ты мне не скинул. Она мне не взялась, потому что я в этом. Ну сам возьми, там напиши лодку в поисковике. Да я знаю. Давай я первый дрифчу. Так, я ставлю. У меня модная лодка. Не, смотри, F5 делаешь от третьего лица, чтобы удобнее было. Я твою лодку скинул, давай. Короче, давай, я первый. Давай. Записывай, как я буду, смотри. Вот, смотри. А может трудно. Это пошире сделаем, типа? Не-не-не, так профессионалы проходят. Где ты вообще такого человека видел, который вот это вот все пройдет? О-о-о-о-о-о-о! Видел. Как близко. Ты так делаешь? Ну так, контроль. Сейчас здесь столько лодок будет. Ну их да можно убирать. Как ты так делаешь? Ой. Их можно на ЛКМ убирать. Ой, тихо, стой, подожди, подожди, подожди. Не-не-не, останусь нельзя, это уже не зачем. А, ну ладно. Ну если хочешь, давай для первого уровня сделаем, ну, типа, 2-0. Типа, чтобы попроще было. Погоди, сейчас я проеду. А, еще ж тормозить нельзя, она не тормозит. Че, поставить? Нет, стой, я... Чё было? Сейчас, давай, а ты что не делаешь? Давай, делаю. Угу. А ты от какого лица делаешь? От первого? От третьего. Ну, вот я тоже. Чё ты свой канал не хочешь начать? А зачем? Не хочу. Посмотри на меня. Ты это тоже видишь? Ты где? Я внизу. А. Да-да, такой вот. Потом эти лодки надо. Я потом использую суперспособность динамит. Да не надо, ты все взорвешь. А сейчас они динамитом не берутся, наверное. Это не точно. Да ё-моё, давай тогда две сделаем, раз мы такие рычаги. Да не-не, смотри, что... А, блин, не мешайся. Ты не мешаешься. О, смотри, какой дрифт сделал тут. Можно будет это, скачать карты, типа, из льда, и там устроить. Ё-моё, она вообще не контролится. Контролится, просто надо привыкнуть. Пробуй на маленькой скорости. Ну, на маленькой-то можно. Я на маленькой уже проходил. О, смотри. Я в эту да, я видел. Ну, вот смотри, на маленькой. Ну, нет, слишком маленькая, ты чего орёшь? Ладно, давай побольше сделаем. А ты слишком этот, вот этот вот сделал, острый. Поворот вот этот вот. Нормально! Нет, ты слетаешь оттуда. Вот тут вот поставь два их. Чё в два? А, понял. Вот, вот так еще возможно проехать. И чё, и как? И мы как лохи будем, получается, так проходить? Это мы уже не какие-то нечистые пацаны. Вот, туда. Ты зачем тут... здесь в два сделал? Блин, я развернул. Где? Так ты попросил сам. Я не там попросил. Ладно, срать, давай сначала так пройдем, потом уже по-другому будем. Ой. Да, вот здесь тоже можно. Ну давай. Ехал. А почему у нас ну, там? Все, вот... смотри, прохожу. Давай с первого раза. На монтаже сделаем, что с первого. Ну ладно. Да, с первого сделаем. Я, ты помнишь, как я продрифтил? А нет, я не. Что ты прошел? Да, лучше бы здесь лед был в конце. Ну а потом на записи посмотрим. Посмотрю я, точнее. Что-то у меня не получается. О, блин, не вписался до конца. В какой вкладке ты лед нашел? Ну хотя ладно, поиск есть. Лед. А бери окрепший, который. Плотный может. Какой? Плотный может.
Да. Бля, что-то пройти не могу. Потому что ты рачок. Да я не рачок. 7 лет в Майнкрафте. О, смотри как. Элегантно. О! Если ты был бы 7 лет в Майнкрафте, то еще бы ладно. 7 лет? Да. Не, смотри, сейчас пройду точно. Ну давай. Я уже готов был тебя снимать. Красиво. Хочу. А ты что, на полном ходу, что ли? О, да блин. Вот тут не вписываюсь чуть-чуть. Ну как чуть-чуть? Чуть-чуть не вписываюсь. Может, надо от лодок немножко избавиться? А то тут уже из них гора. Да не надо. Нормально. Да блин! Скоро мы будем по лодкам ездить. Я уже по ним ездю. Да, здесь. Ладно. Нет. Ой. Да ну. Да блин! Давай сделаем что-нибудь нормальное. Пошли это. А вот нормально. Пошли сейчас это, спуск сделаем. О-о-о! С горочки какой-нибудь, прикольный. Давай, ну давай мы вот это все уберем, все это дело, это некрасиво. Давай. Там одним нажатием они убираются. Извиняюсь, лошадка. Лошадь бежит. Кстати, можно свою ферму сделать, чтобы там все рушки были красивы все. Давай, встань сюда, пожалуйста, просто встань. Иди ко мне. Да погоди, еще не все. Иди ко мне, пожалуйста. Пожалуйста. Да стой, я не все убрал. Какая разница, всё. Потом уберем. Иди сюда, просто встань. Короче, сейчас мы отойдем, сделаем горочку какую-нибудь, и я снова вернусь, включу запись и продолжим. Ну и что дальше? Мы вернулись, сделали огромную горку. Вот. Сейчас вам ее покажу. Пошли. Вот, смотри. Давай, слетай. Вот. Начало вот здесь вот. Вот здесь вот. И вот здесь. Первый этап сложности. Вот это вот легкая горочка. Получается, здесь едешь. Потом туннельчик. Потом такая спираль. Вот по ней спускаешься. Спускаешься. И потом здесь вот такая вот... как бы площадка с дырками, в которой легко может провалиться на лодке. Да не заделывай, тут слишком легко. Вот тут надо. Кого? И вот туда проезжаем. Здесь проезжаем. Все, пошли в начало. И вот здесь конец. Второй этап сложности. Так, сейчас день поставлю, секунду. И дождь вот такая вот горочка. Я не знаю, как дождь ставить. Не хочу смотреть. Самое тяжелое место это вот это вот и вот это. Здесь тоже такое место с дырочками. Платформа. Здесь много тяжелого. А мы здесь завершение не сделали, давай лоху. Да какое завершение? Давай речь тебе 5 секунд. Не буду лохать запись. Не хочу. Просто так вот делаешь. Ты из травы делаешь? Ё-моё. Да. Первый материал, который попался. Давай рещи. Ну все, давай. Как это все выглядит? А, прикинь, я думал, запись не идет, она идет. Че, вместе будем на одной лодке или че? По очереди на одной лодке. Да, я первый уровень сложности. Давай, ты первый начинай. Давай, садись. Давай, поехали. Поехали. Да, у каждого. Почему я прикошетил? И кто первый сделает, тот красавчик. Так, все. Возвращаемся. Так, мы не тренировались, кстати. Особенно Раиль. Стой! Я не взял. Да короче, пускай лодки валяются, потом после видоса уберем. Ладно. Давай. Ты ставь свою, садись и поехали. А, точно, по очереди. Понятно все.
Ничего, ты как-то прыжок этот, который двойной, чтобы вылететь, уйти, через раз работает. Давай, садись, поехали. Да, поехали. Да ё-моё, вот тут вот... Это ты опять починил, что ли? Нафига я сломал это все? Это хардкор, чтоб был. Это наоборот так легче ты сделал, мы там останавливаемся. Вот именно, она на полной скорости. Ну, на полной скорости, зачем ты это построил? Ну ладно, ломай. Да ты не то делаешь, смотри. Да, вот это ломай, вот это. Да. Пошли. Да, теперь я. Здесь. Ты что там ешь? Конфетку, давай. Да ё-моё! Да ты ещё и блок здесь поставил. Блок убери. Почему в полете нельзя сесть? Блок убери вот этот. Здесь. Поехали, давай. Почему у меня медведь... Ой, скин медведь. Ты можешь нормально ездить, что ты это... Так получилось. Давай, садись, ты где? Стой. Давай. Я поднимаюсь. Тебе надо было лифт сделал. Давай, поехали. Давай. Не, ну здесь... Это читерство, надо по окружности проходить сразу. Ну, давай, ставь лодочку, поехали еще раз. Неплохо. Давай. Я буду мешать тебе, буду лодки спаунить. По окружности, со скоростью полметра в час. Ты офнулся, что ли, в Дискорде? Нет, нет, нет. Почему ты половину пути... Да блин, у меня все это время микрофон был выключен, прикольно. Почему? Зачем ты его выключил? Забыл включить. Давай, садись, поехали. Еще музыку наложить сюда такую. Да, в монтаже все дела. Это типа... Где Мерседес наваливает все дела. Вообще, особенно едем на гелике. Вообще. Не. Тема. Ну, кстати, давай, тоже можно. Давай, поехали. Плохой дрифт. Кстати, КТРЛ тебя ускоряет, если ты не знал. Я знаю. Почему ты опять? Не знаю. Поехали. Извиняюсь. Ладно, я поеду. Ладно, поехали так. Давай, пожалуйста, хотя бы раз нормально проедемся. Да это трудно. Да я понимаю, что трудно. Короче, я без тебя, ты все портишь. Ладно, я смотрю отсюда. Давай. Давай, давай, ей. Садись, а вдруг ты... Вдруг ты не поверишь, что я пришел, давай сесть. Давай, поехали. Ну ты дрифтер, конечно. Да, еще сон. Почему ты такой медленный? Почему ты вообще полпути срезал? Да я не. Ты еще бы сразу туда вниз бы улетал. Нет! На финишной прямой залошал. Как там можно было вообще так это? Упасть. Давай, поехали. Резче давай, резче, резче, резче. Ладно, поехали так. Ой, ёпал. Найс, Андрю. Да ты огонщик. Капец, сосредоточен просто, как не знаю кто. Еху! Я выиграл. Давай резче проходи тоже. Да. Давай, давай, тебе дается 3 попытки, если это... Не сможешь, я ок. Тебя кикаю. Нет. Да. Садись, давай. Да ё-моё. Поворот а ты крутой. В курсе то, что если ты жмешь на S английскую, типа назад, это не тормоз? Ну да. Тормоза нет здесь.
Но он есть, но он вышел назад. Его нету. Он не едет назад. Типа, разворачивайся и газ вперед делай. Тогда ты вырулишь. Во, видишь? Ну я знаю, блин, Майнкрафт 8 лет проиграл. Нет! Давай, 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 давай. О, прошел. Ты картину сломал. Я картину сломал. Зачем? Фига себе. Вот это плазма. Да. А что-то нарисовано. Торт? Что это нарисовано? Почему на пол нельзя картину? Почему на потолок нельзя? Непродуманная игра. Поехали, давай. Ты сейчас в комментах обсирать будут. У меня нет комментариев. Давай второй. Второй уровень сложности. Давай. Давай, начинай. Ты же победитель. Давай, поехали. Ой, понятно все. Давай по новой. А как тут еще проехать? Типа медленно? А, три, учись. Медленно не очень. Хотя, наверное, первая была намного сложнее. Хотя нет. Почему мой корабль видно, а твой нет? Почему он у меня такой страшный издалека? Давай, садись, поехали. Вон, я тебе тут заспауню, будешь в них садиться. Я думал, ты едешь. Давай, поехали. Давай, давай, давай. Чё опять я? Вот почему. Давай, садись. Давай, поехали. Давай, давай. Поехали. Понятно. Это уже приколы Майнкрафта. Присаживайся. Все, давай на полной скорости. Давай, 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 давай. Не, это уже слишком. Ты почти что остановился. Ну блин, а там как еще? А вот так вот, почему я не торможу? Давай, поехали. Ты тормозишь, а сейчас... Понятно. Создатель карты не может. Да, я еще раз. Давай. Всё, едь сюда. Это же нечестно. В смысле, так и задумано. Да-да. Главное проехать вот это место, где дырок много. Давай, присаживайся. Я так понимаю, ты фонарики не везде поставил, как я тебя просил, да? Да, а, везде? Ну вот тут только не... Ну да. Не везде. А чё, у тебя что ли темно, что ли, в игре? Нет, я день поставил. Нет, смотри, ты яркость настройку сделал. Она прибавлена, да. На сколько там? Поехали, давай. А чё ты за рулем, я? Да чё ты тут читерись? Да в смысле, а как там проехать? Слева, вот на что слева. Типа вот отсюда, вот так вот. Слева, да, направо. Слева. Вот смотри, как я прохожу здесь. Ты как проходишь? Ты вот тут вот в начале падаешь. Это ты в начале? Вот, вот так надо. Так ты сам просто вниз летаешь. Это тебе так кажется, я прохожу нормально. Да, скажи то, что у нас еще рассинхрон такой. Нет, у тебя может рассинхрон. Угу. Поехали. Ладно, поехали. Стой, поехали вдвоем. Давай, садись. Давай. Давай. Раз. Стой, погоди! Ой. Ладно, пойдем. Поехали. Я, блин, на shift нажал, чтобы ускориться, а это вывезти. Ой. Ой, блин. Короче. Ты где? Давай садись. Давай, поехали. Так. Ну, давай. Ну, давай, видишь, что такое медленно? Вот что ты тут по две дырки сделал? Там надо с левого края проехать, либо справа. Тут все продумано, все рассчитано до мелочей. Понятно. О, смотри, как я забагался. Смотри быстрее, смотри. Я вижу. Садись. Давай, давай, поехали. Давай, поехали. Да нет, ты не угораешь. Новый, давай еще раз садись. Садись. Все. Нам пошли, давай.
Давай, парни, дрифт. Я упал. Я вообще не долетел. Сделаешь мне превьюшку? Я не умею. Понятно. Давай, поехали. Да блин, я упал. Сейчас. А, нет, стой, подожди, я еду. Я тоже. Я упал. Я упал. Подожди, сколько там лодок валяется или ты собирал? А, на том ты собирал. Капец, у нас сколько тут лодок. Да, вижу. И почему-то больше твоих. Давай. Давай, ей. Я с тобой. Я тебя снимаю. На квадрокоптере. Упал. Это так кажется, потому что у меня свет светлее. Я здесь. Давай, 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 давай. О! Полетели, всё, полетели, смотри. Полетели. Ты выорёшь? Ты чё, рыбок лодками кормишь? Давай, повар, поехали. Понятно. Это ты просто жирный перевешивай. Да, конечно. Не, ну это уже слишком. Это уже слишком. Просто чуть ли не остановился. Да это какая разница, остановился. Большая. Смотри, все, смотри, без тебя прохожу, не садись. Давай, не садись. Стой, подожди, давай. Со мной просто лези. Давай. На контроле просто, как мужчина. Давай. Понятно. Блин, я даже ради тебя полетел за тобой, начал снимать тебя. Вот, сейчас я без тебя пройду. Давай. Смотри, смотри, иди сюда, отсюда начнем. Давай, я сейчас снимаю место. Ты где? А, давай. На крыше. Давай, садись. Да ты что делаешь? Максимально счастливое место. Смотри, да дай я. Дай, ладно. Там вагонетка глохнет. Ты чё ты бьёшь? Давай, смотри, поехали. Да я и так еду. Ты где? Давай, я тебя снимаю. О, как лошок съехал. Учись. Учись. Сам в конце упал. Что это? Смотри. Поехали, камера снимается. Уже не снимает. Давай. Камера уже сама по себе. Там всё, кто-то это злится на меня. Ну давай, 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 давай. Кстати, там лодка не прорисовалась, ты на жопе дрифтил. Вот, стой там. Стой. Давай там. Я не смог. Я вижу. Давай, поехали. Нет, давай поделись. Смотри, просто прохожу. Давай. Да не, садись. Да нет, камера снимает тебя. Да блин, вот из-за штаря нету, видишь? Моя счастливой жопы нету на месте. Капец, тут лодок, это мы сколько будем выбирать? Давай, поехали. Да ладно, недолго. Умножать тебя сможешь. Не, ну давай еще остановимся, выйдем, посидим. Да блин! Как? На такой маленькой скорости. Ты уже медленно проходишь. Да ты орешь? Нет, не ору. Я спокойно говорю. Давай посмотрю, как ты проходишь. Спасибо, что сбил меня. Ладно, давай, я полетел. Взял, сбил меня. Вообще падаешь. Ты меня потому что сбил. Давай, садись. Сейчас надо лодку поставить, Рон. О. Да ты... Смотри. Давай, поехали, смотри. Ты говнюк. Давай, давай. Чё? Давай, на шопе сейчас будешь дрифтить. Вот, смотри. О! Лох. Да блин, это... Да я на контроле разгоняюсь туда. Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Давай, смотри. Здесь контрол не помогает же. А, помогает? А, скорость помогает. Почему я об этом только узнал? Ты все это время не на контроле есть? Да. Понимаю. Я так, ну... Знаешь, как скорость увеличивает? Реально, вообще кайф. Так намного легче, чё ты тупишь? Ты дурак, наоборот, труднее на поворотах. Нет.
Не оскорбляй меня, мне вообще-то обидно. Садись, давай ей. Давай. Садись. Давай. Смотри, просто кожа. Нет. Вообще-то ты не упал. Ну ладно, я за тебя закончу. Я упал вообще-то, мне показалось. Вот теперь упал. Давай, садись. Нет, давай. Ладно, давай камеру. Камеру. Подожди, камеру вырубай. Ты чё, без камеры? Камеру включить забыл. Опа! Прошел! Сейчас я тоже пройду, чекай. Все, я прошел. Видал? Видал, чё могу? Слышь, а ты вот тут лодку поставил и доехал, да? Нет, я не ставил. Я тебе могу потом на запись показать. Да ладно, я шучу. Чё ещё сделано такого? Все, хватит, уже серия огромная получается. Вот, смотри еще, смотри, как можно вот здесь. Спуск смерти надо, разгончик все. Смотри. Давай. В обратном положении. Стой, подожди. Она, интересно, на блоке заезжает? Нет. Жалко. Очень. Все, пошли заканчивать серию. Давай, чё, на картинах или в хате? Пошли в хате. В уютном тепле. В какой? Я уже замерз, блин, скользить. А я медведь, мне тепло, мне жарко. Пошли твоей, потому что моя недостроена. Я не знаю, почему я медведь, хотя я был нормальным челом. Давай мы достроим твою хату сейчас, вот серию закончим. Давай. Давай. Не, пошли наверх. Вот так вот, пошли на фоне лодки. А, давай еще. А, хотя нет, ладно, я к тебе наверх. Давай. Э. Так, ща. Ну, давай ставим вот тут лодку, лица. Вот так. Вот так, стой. Ставим и... день. Вот так. Давай садимся на нее. Садимся. F5 и второе лицо. А, ему длины не хватает. Ну ладно, нормально, вот так вот. Хотя я вот так-то еще подъеду. О, нормально. Короче, это была первая серия. Как назовем эту рубрику? Дрестим на лодках. Не, проходим карты какие-нибудь, что-нибудь такое. Проходим собственные карты. Давай просто покатушки на льду. Это уже ты решил, Булкин. Серьезно? Ну да. Не, вообще-то он же обычно говорит покатушки. Ну ладно, давай покатушки. Не, давай просто. Ну ладно, давай просто тогда дрифт на льду. Давай. Или типа... Дрифти мне легально по улице Петрозаводская 21. Я так напишу превьюшку. Давай. Все, ладно, давай. Всем спасибо за просмотр. Тебе тоже большое спасибо за твое участие. О, кстати. Почему я раньше вот так вот не встал? Все, ладно, давай. Пока. Всем пока-пока. Пока. Большое спасибо. Ой.